Приветствуем вас всех в это прекрасное утро. Так меня громко слышно, наверное, да? Сам себе услышал. Время пришло поклониться Господу. Проходим все оттуда, попросите, чтобы все пришли. Рады вас сегодня всех видеть. Оля, особенно я очень рад видеть сегодня. Welcome to Lani. Lani's first time here. Lani, hi. We're glad to see you here. С Лани. Подлинный сын израильтянина. Очень рады. Слава Богу, сколько нас есть. Кто подойдет еще, мы будем начинать служение. Группа готовы? Аминь. Давайте встанем и помолимся Господу. Господь, мы благодарим Тебя за это прекрасное утро, что Ты позволил нам прийти на это место, прославить Тебя, возвеличить Тебя и поклониться Тебе. Господи, воспевать Тебе, ибо Ты, Бог, достоин славы. Мы благодарим Тебя, Господь, за славу Твою, за красоту Твою. Ты оставил красоту неба и пришел на эту землю, чтобы мы жили. Мы благодарны Тебе, Господь. Просим Твоего благословения. Благослови нас сегодня на это служение. Благослови группу прославления, Господь. Да будут они благословены. Во имя Господа Иисуса мы благословляем их именем Твоим. Благослови каждого, кто пришел на это место. Да будут благословены и услышаны в молитвах перед Тобою. Господь, благослови слово проповеди. Все, кто будут участвовать в служении, да будут благословены. Мы все это просим у Тебя во имя Господа Иешуа. Аминь. Я знал, что я не отстану, но не мыши, другие вам идут.
Хвала тебе, Господь, в это утро. Мы не хотим остаться неблагодарными за все, что ты делал в нашей жизни, Господь. Благодарим тебя, Иисус, за жертву, за кровь твою. Благодарю тебя, Господь, достоин, достоин ты славы. Прошу тебя, Господь,
использовать для Твоей славы. О, Господь!